В администрации Симферополя определились с праздничной программой на Новый год и Рождество. Так, уже с 21 декабря по 5 января на Центральной площади действуют анимационные программы для маленьких симферопольцев. Взрослые в это время смогут танцевать и веселиться под узнаваемые мелодии кавер-групп из Крыма и России. Непосредственно в новогоднюю ночь развлечения для жителей и гостей столицы стартуют в 22 часа. Именно в это время начнется шоу «Встречаем Новый год вместе», в рамках которого горожане заслушают поздравления президента. Откроет 2020-й праздничный фейерверк. Затем на площади к участникам гуляния обратится Дед Мороз, а продолжится ночь уличной дискотекой. С 2 по 7 января в центре Симферополя будет работать пункт обмена рождественскими рисунками. А Рождество уже по традиции на площади Ленина откроется вертеп.